Как сообщает Роспотребнадзор Хакасии, на всех территориях республики, кроме Абакана, количество людей с вирусами пока в пределах нормы. Между тем, прививочная кампания в самом разгаре. Вакцину получили почти 14 тысяч детей. На этой неделе в больницы Хакасии пришли 79 тысяч доз вакцины для взрослых. Уколы традиционно поставят студентам, врачам, учителям и работникам транспортной инфраструктуры. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует всем работодателям привить своих сотрудников. Санитарные врачи считают, что ущерб от простоя из-за болезни работников куда выше, чем стоимость вакцины.